300 лет назад во Франции жил-был один скупой королевский министр финансов. «К чему художникам тратить на портреты дорогие краски?» — воскликнул он однажды. «Не лучше ли просто вырезать их из бумаги?» Звали этого министра Этьен де Силуэт. И вот с тех пор введенные им в моду вырезные портреты тени тоже стали называть силуэтами. Силуэты не только развлекают, они работают. Из глубины веков дошло до нас это каменное послание далеких предков. Как прочитать его? Вот человечки, будто ведут хоровод. Они означали союз древних славянских племен. А там внизу страшилища, подземные жители. Считалось, что они держат на руках землю. Выше над ними и над людьми языческие боги. Одной общей шапкой венчали их древние славяне и называли это единое божество род. А ведь слово род живет и сегодня. Слушайтесь. Природа, народ, родители. И, наконец, родина. Самое дорогое для каждого место на земле. Композитор сочиняет мелодию. Но ведь ему нужен целый оркестр. Компьютер. Вот так пропоет скрипка. Так колокольчик. А это барабан. И музыкальные голоса, и знание нот, и умение общаться с композитором – все заложено в этой маленькой пластинке, программе для компьютера. Итак, начали. Thank you.
Компьютер читает ноты, сам расписывает партии для каждого инструмента и сам себе дирижер. Теперь, когда все звучит в лад, симфонию можно записать на пленку. И все-таки сочинять музыку машина не умеет. Она только помогает творить человеку. Говорят, что каждая кошка гуляет сама по себе. Особенно, если эта кошка дикая, да еще с таким независимым характером. Называется она манул. Пушистее манулов, пожалуй, не найдешь во всем кошачьем семействе. Обитают манулы в степях и азиатских предгорьях. И ни мороз, ни ветер им не страшны. Страшны только люди, истребляющие диких котов ради меха. Сегодня манулы уже занесены в Красную книгу. И потому так радует появление котят в зоопарке. Может, хоть так удастся сохранить на земле этого необычного, гордого зверя. Сейчас мы попробуем вырастить сад без семян и растений. Сад из камней. Вот они, каменные травы. Вернее, травы из кристаллов. Потому что все это перед нами растущие кристаллы. Жидкость вокруг них – силикатный клей. И живет кристаллический сад по законам удивительной науки – химии.